подойди. В твоем возрасте я жил так, будто каждый миг последний. В бою, когда адреналин ударяет в голову, кипят и кровь, и страсти. Во время La Revolution любовь мало чем отличалась от поля боя, пропитанная кровью и ромом. Я ранил сердца бесчисленных женщин, которые в те дни хотели от меня большего, чем я мог им дать. Мигелина, милая Мигелина, против ее сердца я совершил военное преступление. Она была у меня первой, и, услышав ее «люблю», я сбежал, струсил. Сегодня, вспоминая, сколько горя причинил, я понимаю, что нужно попросить прощения. Пожалуйста, отнеси ей это письмо. Боюсь, хрупкий разум Мигелины все еще воюет с Габриэлем Кастильо и, возможно, со мной. Я хотел встретиться, но к ее раненому сердцу теперь не подобраться. Может, мое письмо хоть что-то изменит. Твоя доброта — солнце на закате моей жизни. Береги себя. Надеюсь, тебе больно! Я воевала в 67-м! Убирайся!
Это... Вали! Ты меня не поймаешь! Не подходи, Лоренцо! У меня тут повсюду ловушки! Здесь опасно. Прочь с моей земли, убийца! Пока жива, я буду драться! Ты ранил меня прямо в сердце! Людям Кастильо на моей земле не место! Вернись! Я от Лоренцо! Ха! Думаешь, ты хитрый? Я никого не боюсь! Я воевала в 67-м! Тут взрыв у двери? Скорее прячьтесь, повстанцы! Стой! Тебе письмо. Я долго тут продержалась. Должно быть, что-то делаю правильно. Что такое? Я принес тебе письмо здесь, от Лоренцо. Чтобы убить меня! Я с повстанцами! Я принес тебе письмо от Лоренцо. Я получу пулю в лоб от солдат Кастильо, чем заговорю с тобой! Мигелина? Ты еще кто? Приятель Лоренцо. Ты что, его сын? Что? Нет. Слушай, тебе от него письмо. Письмо? Так что же ты сразу не сказал? Сказал. Трижды. Лоренцо извиняется? Передо мной? Мое сердце. Оно снова бьется. Я будто парю на крыльях бабочек. Класс. Ну, тогда я пойду. Шшш! Я читаю. Лоренцо, я отнес твое письмо Мигелине. Почему ты не предупредил меня о ловушках? Диос мио, как она? Я в норме, спасибо, что спросил. Мигелина тоже. Как и все легенды, она попала в ловушку прошлого. Надеюсь, мои извинения укажут ей путь в душе. Возвращайся, Дани. Хочу попросить тебя еще об одной услуге. Окей, Лоренцо. Есть еще инфа для тебя. Есть новости? Ола, Дани, если любишь крошить сальдадос, попивая капучино, то я тебя обрадую. Армия контролирует кофейную фабрику неподалеку. Фермеры со всей округи должны привозить туда урожай для учета. Но сальдадос всегда оставляют немного себе. Благодарю.